Защитники Родины, бизнесмены и фермеры. Ульяновцы гордятся своими папами. На семейном празднике по случаю Дня Отца во Дворце творчества детей и молодежи чествовали глав семейств. Мужчины показали гостям свои достижения. Многие занимаются интересным ремеслом. Да, сегодня у нас представлены и наши социальные контракты. Победители как раз в социальных контрактах наши мужчины, наши отцы, которые занимаются деревообработкой, развивают творчество, помогают детям сформировать правильные отношения к жизни, что только человек труда – это человек, значимый для общества и для семьи. Лучших наградили за заслуги в укреплении Института семьи почетным знаком Ульяновской области «Отцовская слава». Также в честь праздника подвели итоги областного конкурса «Папа года 2023», в котором приняли участие более 100 наших земляков. Победителем стал Андрей Сидоренко, многодетный отец из Кузоватовского района. Мужчина занимается фермерством. Работа помогает ему не только обеспечивать семью, но и помогать детям. Один из моих проектов – это направление гарденотерапия. То есть это дети с, допустим, ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию через работу с растениями. В честь Дня Отца во Дворце творчества детей и молодежи прошел праздничный концерт. Поздравляли ульяновских отцов творческие коллективы, духовные лица, а также представители Министерства социального развития Ульяновской области. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.